Приветичи! Мы снова в Пейн и направляемся сейчас мы к малышу. Интересно, по горам я могу лазить? По таким склонам? Ух ты, могу! Круто! Я-то думал, тут линейное управление. То есть в основном по дорогам бегать. Графит для ключей, графит для ключей. Это нам пригодится. Взламывать ящики. Вон там еще одна деревня. Скорее всего, там плюваны живут. Плюваны! Опа, спит. Не будем трогать, обойдем. Где-то... Ой, кажется, я не в ту сторону бегу. Где-то здесь я прям стою на том месте, где должен быть ремесленник. По всей видимости, он в пещере. Здесь должна быть где-то пещера. Давай спустимся. Точно, вот она, эта пещера. Кажется, нам сюда. Эй, а здесь головоломочки. О, знакомые вещицы, слушай. И как с ними взаимодействовать? Походу, я здесь пока ничего не смогу сделать даже. А может, мне не нужно? Так, я могу взять факел. Опачки. И поставить, по всей видимости, нет, сюда я поставить не могу. Черт. И как быть-то? Ладно, давай обратно ставим. А, и я должен успеть пробежать. А если я тут... А тут никак. Ясно. Зато я могу взять вот эту вот штуку. Что это? Что это мне дало? Капец, я не въезжающий. Втыкаем обратно. А, все понятно. Все понятно. Веревка, которая поднимает ее... Она убирается, когда я вынимаю эту штуку. Ха, я еще ее вставить могу в землю просто. Смотри-ка. Так. Ага. Ага. Ладненько. Давай попробуем. Вот мы его увезли. Но вынуть вот эту штуку мы уже не можем. Линский. Давай попробуем по-быстренькому. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И нет. Я не успеваю физически. Черт, я еще застрял. Ну капец. Че за... Как... Я ж... Как так вышло-то? Здравствуйте. Живой человек в моей пещере? Я так рад. Столько лет прошло. А вы, наверное, малыш? Он самый. Ты понятия не имеешь, как долго я пробыл здесь один. А теперь ко мне пришел человек. Вы никогда не покидали эту пещеру? Нет, в мире за ее пределами нет места для таких, как я. Всех и каждого волнует только их собственные проблемы. И никто не хочет жить дружно. За исключением тебя, люди. Я готов терпеть только свою сестру. Но ее я давно не видел. А вас что, много? О, когда-то нас было очень много. Но мы ушли в пещеры, когда жителей острова начала одолевать жажда власти, которая с каждым днем становилась все сильнее. Ну ладно, надеюсь, ты пришел не просто так, а по делу. Мне сказали, что вы умеете делать снаряжение и орудие. О, давно я этим не занимался. Последний человек, которому я отдал все свои работы, приходил много лет назад. Он был моим другом. Кажется, он жил в заброшенной сторожевой башне неподалеку. Я мастерил для него снаряжение, орудия, а еще сундуки, в которые он складывал свои пожитки.
В благодарность за это он приносил мне вот эти блестящие шарики. Как же я их обожаю! Тебе стоит сходить в его укрытие. Может, тот человек оставил там часть своих вещей? Да, и пока я не забыл, каждый сундук отпирается маленьким ключом. Графит для ключей, вот из чего я их делал. Дай запишу. Графит из ключей. Хорошо, попробую отыскать. Спасибо, что заглянул, человек. Не забывай про меня. Графит. Ну, таких штук я уже насобирал. Я, короче, застрял, решил перезагрузить игру с последнего сохранения и попал сразу же сюда. Давай-ка мы пройдем вот сюда, посмотрим, что тут. А, здесь спальня. Я понял, это спальня малыша. Нормальный такой малыш, да? А теперь, походу, мне придется как-то отсюда выбираться. Оп. Блин, это что было? Это как? Капец. Короче, походу, как-то я сломал игру. Ладненько, выходим отсюда. Ух. Ай, здорово. Мы выбрались. Там у нас яркоперы. Надо посмотреть карту, куда теперь нам чесать. А чесать нам туда. Что ж, давай попробуем наш щиток. Я, в принципе, готов к бою. Ну, давай, попробуй ударь меня. О, отлично. Зашибись, просто... О, что это за текстуры? Проблемы какие-то с текстурами. На тебе. На, выкусил. Мы почти снесли ему броню. Все. Броню мы ему снесли. Здорово. Оп, не успел блок поставить. Черт подери. А теперь мой выход. Ой, надо валить. Надо валить. У меня здоровья нет. А есть что сожрать? Так, отлично. Теперь можем драться. Опа! Парировал атаку его. Суперудар. Хочу суперудар нанести. Не получается суперудар нанести. Так, он лечится. Мы пока подготовим оружие. И получай. Ух ты! Вот это я летун. Все, ушатали. Зашибись. О, солнечник. Он мне, кстати, нужен для того, чтобы сделать броню. Удачненько мы ушатали с тобой пернатого этого. Тут он тоже что-то есть. Подожди, тут тоже солнечник. Крутяк. И смокровь заодно. Так, давай-ка посмотрим, что там нам еще нужно было. О, кстати, ключи. Для изготовления ключей нам нужно 8 графита. У меня всего их 3. Так, что насчет щитков? У меня все есть, кроме железа. Осталось найти только железо. Ладненько, что, пойдем до этой башни. Смотри-ка, что я нашел. Кажется, это железо. Точно. Зашибись. Только у меня мешок переполнен. Вот, блин. Морковку надо съесть. Все, морковку съели, место освободилось. И да, у нас теперь есть железо. И тут их даже несколько штучек. 2 железа есть. Могу щитки сделать. Еще одно надо. Еще одно железо. Пустующая равнина. Зашибись, где-то здесь должен быть человек, для которого делал снаряжение малыш. Ух ты. Вау. А кто там на чем катается? Наверное, это костолом идет. Башня, где-то рядом башня. Вот она, кстати. Я прям к ней бегу. Вроде похоже на башню. И здесь, конечно же, головоломочки. Чтобы зайти сюда. Все, мы пришли, но нужно запустить лифт. Камень заберем. Одна из тех светящихся сфер. Малыш наверняка ею заинтересуется. Мастерская малыша, новая глава. Подожди, так. Ну ладно. Я и раньше собирал эти сферы, и только сейчас он что-то чухнул. Ладно, берем нашу рогатку. Пуляем туда. А, это вот что. Понятно, нет, обратно надо вернуть. Обратненько. Ага. А как нам подняться теперь здесь? Может, наверху есть что? О, блин. Как мне запустить этот лифт? Подожди-ка. Сверху веревка ведет. А, все, я теперь понял. Заходим сюда, стреляем туда. И... Ага, сработало.
Ой-ой-ой-ой, куда-то я высоко взобрался, очень высоко. Блин, да что такое? Что с камерой? Взобрался на верхний этаж и здесь... Это похоже на улучшенную рогатку? Только вот в качестве снарядов камни не подойдут. Мне придется что-то смастерить. Это лук. Ты чё, братан? Какая рогатка? Это лук. Ты первый раз в жизни лук увидел, что ли? Острые стрелы. Все собираем. Вот тебе и снаряды. А вот, кстати, задумка для острых стрел. Луки. Мощное оружие для дальнего боя, но для стрельбы из них нужны боеприпасы. Да все понятно уже давным-давно. Так. Что мы имеем тут? Мне нужно спуститься на второй ярус вон туда. Оп. Отлично. Здесь еще какие-то задумки есть. Зелье силы. Вау, круто. Есть стекло. И что-то еще. Карта какая-то. Должно быть, эту записку оставил тот человек. День 166. Сегодня я повстречал вождей нескольких деревень, где есть убежище. Вот уже несколько месяцев я отмечаю на карте короткие пути между этими древними строениями. Убежище имеет большое значение для нашего славного будущего. Я также выяснил, что зелье силы делает меня желанным гостем в любой деревне. Вожди их обожают. Убежище? Что они такое? Быть может, внутри я смогу найти ответы? Или новый дом для всех нас? Я должен изучить их все. Этот человек отметил их на карте. Угу. Зашибись. И тут несколько задумок заодно лежит. Я взял щитки, наручи. Давай-ка посмотрим. Снаряжение. Ништяк. Одеть. Ух ты, смотри, что у меня на ногах появилось. Деревянные щитки. Наручи надеть. Ну, зашибись, теперь у меня хоть какая-то броня есть. Лук тоже наденем, пусть будет вместо рогатки. Ну все, я теперь вообще готов. Боец, почти. Интересно, а бочку могу ломануть? Бочечка. Не, бочку не могу сломать. Ну что, вроде бы башню я всю обыскал. Вроде бы как. Можно спускаться. Опа. А, подожди, нет, не всю, там же сундук, вон. Надо подняться наверх. Поднимите меня наверх. Так, здесь сходим. Встаем сюда и стреляем вон туда. Отлично. Надеюсь, там какое-нибудь оружие. Че в сундуке? Ключ. Требуется ключ и Вальмар. Блин, я сейчас, походу, не открою. Ну да, капец. Ладненько. Возвращаемся к нашему малышу. Кстати, вот его пещера. Малыш! Малышок! Ну, слава богу, тут хотя бы головоломка заново не появилась. А все осталось так, как есть. Малышок? Я кое-что нашел. Малыш, я нашел одну из тех сфер. О-о-о! Они сверкают ярче, чем когда-либо. А что это вообще такое? Говорят, что это осколки древней истории. Они остались от давно позабытых созданий. Даже более древних, чем мы, большелюды. Теперь я самый настоящий коллекционер. Как увлекательно. Давай заключим сделку, маленький человек. Принеси мне еще сфер, и я изготовлю для тебя большой мешок, куда их вместится еще больше. А что, звучит неплохо. Я сразу же примусь за работу. Смотри, вон они, сферы у него появились на столе. Так, я хочу схватить вот эту штуку. Ага. И поставить ее вот сюда. Тут как раз есть паз. И что это мне даст? А ни шиша мне это не даст. Так, у нас вон там вон белозлоб носится. Возле цветков, которые мне нужны. Сейчас нарядим наш лук. Надеть. И попробуем пострелять в него с лука. Так. Натягиваем тетиву и... Огонь! Получил. Он, правда, тоже стреляет в меня. Надо уворачиваться. Опа. Прям в рот тебе. Готов. Последний выстрел. Все, ушатали его. Блин, мешок переполнен. Ну что за дела? Надо что-нибудь съесть.
Надо поскорее найти эти сферы и увеличить мой мешок. Чё бы съесть? Или чё бы выкинуть? Так, по поводу ремесла. Из чего делаются стрелы? О, я стрел могу наделать. А как насчет зелья? Бедро белозлоба нужно. Кстати, как раз я его только что вальнул. Ладно, давай сделаем стрелы. Но место как-то не освободилось. Ладно, выброшу валун. И заберу эссенцию. И солнечник. И морковь. А, нас морковь не хватило. Блин. Ну что, у меня теперь есть три задания. Это принести малышу еще две сферы. Найти деревню с убежищем. И изготовить зелье силы и принести их одному из вождю, где есть убежище. Я думаю, что этим мы займемся уже в следующей серии. Если тебе нравится эта игра, то с тебя лайк, комментарий о том, что ты думаешь по этой игре, и подписка, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.